На этой неделе состоится суд над двумя заринскими подростками, которых подозревают в причастности к изнасилованию 10-летнего мальчика. Не исключено, что несовершеннолетних определят специализированное учреждение закрытого типа. Напомним, шокирующий инцидент произошел в конце июня в пригороде Заринска. О нем нашему телеканалу рассказала мама пострадавшего мальчика. По словам женщины, ее младшего сына напоили и изнасиловали двое 13-летних подростков. Женщина обратилась в правоохранительные органы, а затем и в следственный комитет. Он после доследственной проверки факт надругательства 13-летними признал. Но поскольку они являются лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, передал уголовное дело в полицию Заринска. Сейчас городское подразделение МВД по делам несовершеннолетних готовит в суд ходатайство о помещении виновных в спецшколу. Судебное заседание, где решится судьба подростков, состоится на этой неделе.